Я убеждена, что каждая женщина согласится с тем, что основной потребностью в рамках ухода за собой остается молодость кожи. Мы все слышали о самой популярной процедуре в косметических салонах – пилинге. Такой формат обновления кожи всегда касался исключительно профессиональной сферы. Теперь, благодаря новинке в инновационном бренде Novage, высокоэффективный двухфазный пилинг можно провести самостоятельно в домашних условиях. Как это сделать? Все очень просто. Нужно смочить ватный диск содержимым тубы 1 и легкими движениями обработать кожу лица, начиная со лба, затем двигаться по массажным линиям от щек к носу и подбородку. Постарайтесь избегать зоны вокруг ноздрей, губ и глаз. Оставляем средство на 10 минут, не смывая. Переходим ко второму шагу. Нам понадобится ватный диск. Его мы хорошо смачиваем в нейтрализаторы из тубы 2 и протираем все участки кожи, на которые был нанесен пилинг. После завершения процедуры стоит умыться и продолжить шаги комплексного ухода. Это действительно легко делать в домашних условиях. При этом кожа выглядит здоровой и сияющей. Все дело в альфа-гидрокислоте. Именно она способствует мягкому отшелушиванию клеток самого верхнего слоя эпидермиса. Этой осенью двухфазный пилинг Novage – абсолютный must-have для тех, кто хочет оставаться молодой и ухоженной как можно дольше. Кстати, еще больше информации о пилинге и других трендовых процедурах ухода за лицом вы можете прочитать в осенней книге красоты. В целом, если посмотреть на